находимся с вами примерно в 120 километрах от границы с Украиной. Прошу прощения. Охотничья база называется Селькин пруд. И что я вот заметил, очень, конечно, ухоженное охотхозяйство, хотя это можно отнести к одной из глубинок. Тут деревня Столбище или Столбище, вот уж не знаю. Вот там белый кирпич светлый, вот это они называют гостиницей. Вот где УАЗик там, это ржавый. Вот тут тоже, кстати, вот загоны. Кого они тут держат, интересно? Вот что значит Гена. Волк никогда на месте не будет стоять. Он даже в этом вольерчике, и то вот туда-сюда. Это, можно сказать, уже домашние кабаны. Они абсолютно ручные, к ним можно подойти. Их можно даже погладить. Они здесь пасутся. Фактически, как домашние свиньи. А вот видите, вот там вот маленький, вот тот вот. Ну вот сейчас, вон он рыженький. Вот это самый маленький поросенок, он с полосками. У него вдоль тельца идут полоски, полосы. Вот это, значит, говорит о том, что он еще меньше годика. А Сашка, вот мой напарник, кстати, пошел на рыбалку вот в такую погоду. Сейчас я попробую. А вон он идет. Вот, пошел что-то порыбачить, и, видимо, он возвращается обратно. Ну, потому что никакого ни клёва, ничего, конечно, не будет. Но, говорит, я, говорит, что, зря ящик брал. Вот пошел. Завтра нас ждет загонная охота на кабана. И первым делом необходимо проверить бой ружья, проверить кучность боеприпасов. Все это поможет избежать досадных сюрпризов на охоте. Загонная охота – это не только возможность увидеться с давними товарищами, пообщаться с близкими тебе по духу людьми, но и четкое соблюдение правил по технике безопасности. Все эти правила, как говорится, писаны кровью и требуют от охотника их строжайшего выполнения. И хотя почти каждый из нас знает правила наизусть, мы все равно в который раз встаем кругом и внимательно слушаем руководителя охоты, опытного охотоведа Виктора Владимировича, проводящего инструктаж. Не уверены, что это секач? Пропустите. Никто с вам лишнего слова и какого-то нарекания не скажет за то, что вы пропустили зверя. Не уверены, не стреляйте. Но если нажали на курок, вы нажимаете на курок, свиноматка стоит 50 тысяч. И она, я вам еще раз говорю, все повторяю, деньги мне ваши не нужны. Мне нужно, чтобы зверь был в хозяйстве в следующем году. Договорились? Да. Значит, напоминаю всем правила техники безопасности при проведении коллективных охот. Первое основное правило. Стреляем по четко, ясно видимой цели. Стреляем сигалетков, подсвинков и секачей. Значит, второе. Вдоль номеров не стрелять. Телефон все видели. Бог спас, отвел. Поэтому под углом 45 градусов. Значит, третье. Оружие самостоятельно заряжаете при постановке на номер. И самостоятельно заряжаете, не сходя с номера. Выше на вас загонщики подошли. Отвернули в сторону, разрядили. Видите, что идет цепь, снимаются номера. Не отнимайте время, отвернулись, разрядились. С номера никто не сходит с заряженным оружием. Главное. Не, вот такая капля человеческой крови не стоит, вот там десятки кабанов, пусть они убегут или это. Четко соблюдать правила техники безопасности. Значит, по машинам. Одна команда, садитесь вот в эту машину. Пойдем, Семенович. И вот, наконец, рассевшись по буханкам, мы отправились на охоту. Впереди нас ждали яркие, незабываемые впечатления. А пока... Через окна УАЗика мы любовались природой, перемежающимися лесами и полями, периодически обмениваясь охотничьим опытом, рассказывая друг другу охотничьи истории, правдивые и не очень. Ну, вальдшнеп – это спорт.
так скажем, да, больше. Да. Это спортивный азарт. Цинствует некто. Ну, красота какая великолепная. И вот он стоишь, да, когда на этой просеке между берез. И вот он буквально пролетит вот так, да, вот там, этот самый, вот ты его должен взять. Разрыве, да, а сам, да, такой, такая птица, этот кулик, что у него нос, этот клюв, больше, чем туловище. У него есть. Какая из него? Да. Вкусные, да, они. Я здесь перебью, я привез. Перо художник, это там. Это, Черков привез? Что это привез? Черки офигенные. Сварили, что тут варить? Одного положили. Вопрос снялись. Да. Если ты перескрой, ни хрена, как Ленин. Даем пока. А кто стрелял? Когда? Два выстрела было. Два выстрела. Один нарезной, другой гладкий. Когда? Гладкий. Вот мы стояли. Вот слышали, стояли, да. Близко слышали. Когда? 6 минут пятого. Вот когда сейчас стояли? Да. Да. 6 минут пятого. Один совсем или близко, совсем минут близко от меня был. Они зашли сюда. Они сюда не зашли. Мы зря шумим, блядь. Надо, да, бы встать, да, надо бы встать вот там поставить. Саша, сбегай, постой. Хорошо. То есть вот это вот капустное поле, я так понимаю. Да, да, да. А вон этот Семёныч пошел, что ли? Это Семёныч пошел, да. Обрезать. Вот там мужики. Вон они. Кабана взяли. Ну, а я вот здесь стою. Ну, сколько здесь? Ну, далеко. Метров 200. Метров 200. Я его видел. Но вышел он, ну, к сожалению, на другого охотника. Такое бывает, это удача, это загонная охота, тут больше удачи. Здесь вот такая вот карта. Вот речка. Сзади тоже вон номера уже снимаются. Вот так вот. Ну что ж. Время еще есть, будет второй загон, будем ждать. Не, давай, давай. Да не, не, ты боком, боком ее. Губами, губами надо. Переверни в другую сторону, попробуй. Не, надо еще раз показать, потому что непонятно. Другое дело. Видел собаку, долбанул кабан. Порезал, да? А где? А где лапуль? Где у тебя ранка-то? Вот тут вот был кабан. Вот он сам. Сейчас мы откроем его. Примерзла. Вот он. Ну вот пуля прошла в брюхо, под лопатку. Все как надо, все как в книжках. Ну хорошо, я имею в виду удачные экземпляры, как раз то, что надо. Это как вот прям как в книжке. Как говорит, знаете, в стране? Да, да, да. А получил в жопу. У меня, ну, жопа стоял. Ага. Ну, видимо, разворотился внутри. Ну, мужики, как говорится, на крови по чуть-чуть. Сало. А мы кофейку вот. На сале. Да. На самом деле, это энергетический продукт. Вот удача. Да. Надеюсь, еще один загон будет. Надеюсь.
немножко засели на хантере. Вот пытается Володька, егерь, его раскачать. Сейчас потихоньку. Заднее колесо хорошо сидит. Все, пошел. Отлично. Русский танк, да, Володь? Чуть-чуть подкопали. На этот раз вот такая карта, очень красивая. Стоят сосенки, небольшие вот такие, одна к одной на подбор. Вот отсюда может выйти. И вот оттуда. То есть вот такой у меня. Вот там дальше человек на номере. То есть туда я не стреляю. Если только он пойдет в отрез вот по этой дороге, то я бью по дороге. Вот такая красота. Сегодня чуть-чуть подморозило. Ну, где-то на самом деле на 2-3 градуса меньше температура. Заволокло небо. Ну, снега, можно сказать, что вообще нет. А, в принципе, вот такая погода очень хорошая для охоты на копытных. Сейчас начнется загон. Будем ждать своего кабанчика. Понял, что все-таки со стульчиком стоять на номере, точнее сидеть, намного удобней. Идет загон, продолжается. Хотя, наверное, на сегодня он будет закончен, так как вот здесь, рядом со мной, лежит вот такой сигалеточек, кабанчик. Извини, брат, но я охотник. Стрелял с расстояния, ну сколько здесь, вот там он бежал, вот в тех елочках. Здесь пробежала здоровая свинья, вот туда вот. Свинью я отпустил, свинью бить нельзя. Значит, а за ней вот этот вот поросенок. Ну, сигалеток, не поросенок. Поросята они все-таки с полосками. И пробежал он вот из тех елочек. Вот сюда вот, на этом месте, я его и подстрелил. Правда, потом он вот оттуда вот, вот там кровь видна. Вот то место. Вот оттуда вот он вскочил. И подраненный побежал вот сюда, по этому следу. Я зверя не стал мучить, а выстрел под лопатку. И уж даже думал расстроиться. Все-таки преждевременно были мои переживания. Уеду не пустой, как говорится. Ну, с полем, мужики. Ну вот и подошла к концу наша охота. И можно смело сказать, что она удалась. Добыты замечательные трофеи, а главное, получен дополнительный опыт в загонной охоте. Немного грустно прощаться с уже полюбившимися тебе местами, потрясающей по красоте природы Орловской области. Но мы обязательно еще сюда вернемся, навстречу новым приключениям и охотничьим трофеям. Желаю коллегам-охотникам ни пуха, ни пера, ни рогов, ни копыт. До встречи на охотничьей тропе, друзья!